Фомин Алексей, компания Infinii. И сегодня у нас в гостях Джон. Вы знакомы с Джоном, он директор по продажам по всему миру. И моя команда, мы задали несколько вопросов. У нас есть хорошие новости, и сегодня мы об этом поговорим. Джон, I have introduced you to Russian people, so we're ready to go. Welcome, everyone. Всем привет. Would you like me to start sharing some details now, Alexei? Yes, you can. Yeah, please. Oh, fantastic. Well, listen, welcome and best of the holiday season to all of you. I know that this is difficult having the holiday season and a business launch at the same time, but we're very, very excited to have you with us now this December. Джон говорит, что поздравляет всех с началом бизнеса и говорит о том, что он понимает, что как-то достаточно сложно начать новый бизнес, и также тут у нас совпало это все с каникулами, то есть у нас все одновременно, и каникулы, и бизнес, и также вот это, он понимает, что это достаточно непростой период времени. So I just wanted to share with you a few details on what we're doing on this end to prepare for you to build a very solid and secure business for yourselves and for your families this coming January, starting this year. И Джон сегодня хочет с вами со всеми поделиться, что в компании делается сейчас, чтобы обеспечить вас в 2016 году успешным, надежным бизнесом, чтобы вы могли зарабатывать совершенно серьезные деньги в 2016 году. Okay, so the first thing is we will have a presentation, a proper presentation for you translated into Russian as quickly as we can. I'm hoping by the end of this week we'll have this for you. We will also get prepared to have a springboard launch for you. For those of you who would like to participate in springboard this week during the holiday season, you'll be able to do that. In 24 hours, we expect to have that unlocked for you. We want to begin January with a bang and really create a positive experience for those of you who are interested in e-commerce arbitrage. So Alexei is going to be taking names of individuals interested in specialized training that are willing to take on that role to help train others in Russia how to become effective in e-commerce arbitrage. Okay, let me translate. So John говорит, что до конца этой недели будут приведены слайды на русский язык, то есть мы сможем уже использовать эти слайды для наших презентаций. Также в течение буквально 24, там, может быть, чуть-чуть больше часов будет обновлена система Springboard, и те из вас, кто захочет уже торговать на этой платформе, вы сможете уже подключиться к ней и начать действовать. Также Джон говорит, что где-то в новогодние праздники, может быть, совсем сразу после Нового года, компания сформирует из группы людей, кто хочет обучать других людей, то есть будет сформирована группа людей для обучение, то есть сама компания Infinii будет обучать ключевых людей, ну вообще мы соберем команду, кто хочет обучиться с тем, чтобы дальше обучать других людей. Поняли, да? То есть какие-то образуем команду, мы будем обучать других людей. И это будет сделано после Нового года компанией Infinii, чтобы мы могли эффективно в новом году обучить наших дистрибьюторов, наших партнеров. So, first thing, it's important you understand that our platforms have worked extremely well over the past 2 years, obviously generating billions of dollars in sales. But more importantly, there are specific strategies and techniques that work really well for people living outside of the USA. And these are some of those techniques that we want to teach you to start creating fantastic results where you live. То есть Джон говорит о том, что сама платформа Infinii, она чрезвычайно успешна. И за последние два года она доказала свою эффективность, через нее люди продали на миллиарды долларов товары. И что сейчас важно, это стратегия, какая будет стратегия, потому что многие люди живут не в Америке, и именно эти люди должны быть способны использовать эту платформу для того, чтобы зарабатывать деньги. Now you'll see your new replicated sites, your new replicated websites available to you in the beginning of the new year. You will also see your new back offices available to you in the beginning of the new year. And you'll also have new platforms available to you also in the beginning of the new year. И Джон говорит о том, что после Нового года у нас появится абсолютно новый бэк-офис, у нас появится абсолютно новый веб-сайт,
у нас появятся новые инструменты, которые будут загружены в бэк-офисе для торговли. Это тоже, это все произойдет после Нового года. Now, the other thing in regards to you getting paid, as you know, we're using a company called GPG Solutions, and GPG is already paying into Russia and Eastern Europe very effectively for other companies. So we selected them because they have a track record of success for many years now. И что касается относительно выплат, Infinia работает с такой компанией, которая называется GPG Solutions, решение GPG. Она на самом деле уже проверена, и эта компания выплачивает комиссионные в России, в Европе, и это проверенная компания, и Infinia работает именно с ней. And because we're bringing Infinia to the whole world, there is obviously an inherent risk to the company and to your business with us being a truly global entity. So one of the things that we're doing, we're implementing some brand new, I'm on video. We're implementing a brand new fraud protection technology. And part of that protection technology requires a 2-week delay from pay period to pay period. So the way that this works is that our pay period ended on Friday at midnight. And in 2 weeks' time, that Friday at midnight pay will become available to you. And once that first 2-week period has passed, then every single week you'll see yourself getting paid. But there's always a 2-week protection for the company and for the business. I'll explain how that works in a moment. Let me translate this part. Так как компания Infinia вышла на международный рынок и работает во многих странах, и есть определенные требования по взаимодействию между банками, оплатами и так далее, и также есть требования к тому, чтобы была защита от, знаете, мошенничества по карточкам, по оплатам. То есть в компании есть система, определенная система начисления и расчета комиссий, которая как бы согласована. Я сейчас объясню, как это работает. У нас с вами рабочая неделя с пятницы по пятницу по центральному американскому времени. Это суббота, 7 утра, Москва. То есть будем считать по российскому времени, это с 7 утра суббота до 7 утра суббота. По американскому это ночь 12 пятницы до 12 пятницы. Все комиссии, которые сгенерированы за эту рабочую неделю, в течение 2 недель они будут у вас висеть в бэк-офисе как в режиме ожидания ваших комиссий. То есть это сделано для того, чтобы не было, вы знаете, у нас есть бонусы и так далее, чтобы не было мошенничества по картам, это вот эта платежная система требования. Потом, когда этот период проходит, вы каждую неделю, вам каждую неделю компания выплачивает как часы вашей комиссии, и это просто вот этот период, чтобы деньги так были вот в этом режиме ожидания. Это так вот такое требование. Сейчас Джон пояснит, как это будет работать в нашем случае. Okay, so these things are obviously very important to do if we're going to build a business that's going to last for years and years. И эти вещи очень важны для нас, потому что если мы строим бизнес, нам нужно, чтобы они работали как часы годами, то есть они ломались год за годом, чтобы эта система работала. Okay, so then what I would like to do, we have our owner that looks, he was just asking for the hangout link. Alexei, he may pop in for a moment. Let me just pass this on to him. Джон сейчас хочет добавить, я так понял, Кена, и Кен сейчас даст более дополнительную информацию по системе выплат. I apologize, everyone. This wasn't planned. If he pops in and says hi to us, that would be a great thing. So. На самом деле мы не планировали, но так как мы затронули этот разговор, Джон решил его добавить, чтобы он там, если он скажет привет и примет участие, то это будет здорово. So I'm just telling him to say hi for 30 seconds if he can. Okay. Okay, so let me explain this in more detail. So what happens is our system, our business week is from Friday at midnight. This is Central Standard Time. So this is Dallas Cowboys time, Texas. And that's because our main office and our main warehouse that, of course, you've been to, Alexei, is in Texas.
So from Friday at midnight to Friday at midnight Texas time is one business week. То есть мы говорим о том, что у нас рабочая неделя это с пятницы по пятницу по техасскому времени, центральное время. Я там был. Почему это так? Потому что у них центральный офис и центральный склад у них находится в Техасе, и поэтому они приняли это за точку, за отправную точку с пятницы по пятницу. And then the system goes from Friday midnight to Sunday at midnight, so 2 days it takes to move those funds or to calculate those funds, and those funds go into what we call your pending, your temporary balance. И дальше, то есть в пятницу мы заканчиваем расчетную неделю, и потом в воскресенье вы видите баланс, то есть уходит 2 дня на то, чтобы система все пересчитала, все проверила и выгрузила данные к вам на бэк-офис, где вы видите, что у вас баланс в ожидании поступления к вам на счет. So they sit in a pending balance for 2 weeks. And then after 2 weeks, they move from pending to approved. As soon as they're approved, you can do whatever you want with that money. То есть что получается? В воскресенье вы видите эти деньги, то есть неделя прошла, 2 дня система обрабатывает деньги, и после воскресенья вы видите эти деньги в режиме ожидания выплаты, в режиме ожидания поступления к вам на кошелек. 2 недели потом эти деньги в режиме ожидания, они ваши, они в режиме ожидания. Через 2 недели они попадают уже все, они к вам выплачены, и они у вас уже доступны в вашем бэк-офисе. И вы можете уже делать с этими деньгами все, что хотите. Вы можете их то есть выводить, заводить, перетратить, что хотите, можете с этим делать. Okay, so most companies, in my experience, usually only have a pending delay for 1 week. We have 2 weeks because this is going to protect us against chargebacks, fraud protection. In my experience, sometimes you'll see a negative balance on your genealogy, and that's where the company has had to do chargebacks, and you see your volume will drop sometimes. By giving us a 2 week delay, we expect that's not going to have to happen to you. То есть на самом деле есть компании, в которых есть такая задержка по выплате неделя, но от этого страдает устойчивость их бизнеса, потому что иногда люди делают через банк возврат средств или еще что-то там, неправильная оплата произошла. И иногда вы видите в бэк-офисе, что у вас баланс ушел в минус, и у вас там опять система все это пересчитывает, и вы расстроены и так далее. Поэтому, чтобы этого на самом деле не было, мы поняли, что нужно сделать 2 недели, чтобы за это время полностью все эта операция все устаканилась, все устоялось, и система работала стабильно. So, what I'd like you to do, please, is basically consider the period that we're in between now and the 15th of January as a pre-launch development period, but it's a pre-launch development period where you will be earning money. So you can just slowly work your way into the business. If you're interested in being part of this original course of students that's going to walk through these processes in the beginning of January, you're more than welcome to be part of that group. And we would be very excited and honored to have you help us teach your fellow countrymen and women and show them the success that you've been having as a student in this first group. То есть, поэтому еще раз хочу вам сказать, что вот тут у нас намечена дата старта, это 15 января, и до 15 января рассчитывайте, что вот этот период – это предподготовка к работе компании на русскоязычном пространстве. И те из вас, кто захочет принять участие в обучении, которое будет предоставлять компания, для того, чтобы вы смогли дальше проводить обучение для своих команд, для своих людей, пожалуйста, вы можете принять в этом участие. Мы будем только рады помочь вам быстро все это освоить. All right, so listen, what we can do, if you like, Alexei, those were the key parts that I wanted to pass on to everybody. We will also be having things like short 2- and 3-minute video commercials that we will be able to subtitle and also send over for people just to use to create interest with friends, show on your smartphone or email to people. But I'd be happy to take any questions or feel any questions that you think the field needs to know. Также Джон говорит о том, что в ближайшее время появятся короткие видео для того, чтобы создавать интерес у своих друзей, знакомых об этой торговой площадке, как это все работает, о бизнесе. И в ближайшее время у нас это все появится, и вы сможете этим также всем пользоваться.
И также Джон говорит о том, что если у вас есть вопросы, то вы можете также их, например, мне адресовать. Мы опять сделаем такую конференцию, и на все вопросы, например, Джон ответит, чтобы у нас с вами был диалог, и мы двигались. Джон, do you mind if I show them this photo what you transferred to me? Okay. Ребят, я хотел вам показать слайд, который Джон мне отправил. This slide. И здесь у нас, смотрите, о том, что у нас прошла сейчас прошла первый расчет комиссии за вот эту длинную неделю, двухнедельную комиссию. То есть первые ребята, которые сейчас подключились, вы уже будете видеть скоро свои комиссии в бэк-офисах. Дальше Джон сказал, что со следующей недели будет... Джон, question, this Russian-speaking lady, is she is going to be working since next week or what time? Yeah, she'll be starting in January. So and this is why I say, you know, if everyone can really prepare to get their business rolling in January, that would be the easiest thing, because during this pre-launch time, we'll be educating her so that she's prepared to deal with all of your questions moving forward. Now, she won't be an IT specialist. She'll be more on the customer service end. But she will absolutely be in our offices this coming week. То есть Джон говорит, что с после Нового года у нас будет русскоговорящая женщина в подслужбе поддержки. Ну, не женщина, это человек. Я не знаю, это мужчина, женщина. По сути, это, наверное, девушка будет. Которая будет работать в компании Infineon. Она будет помогать русскоговорящим ребятам как службу поддержки. То есть мы сможем через нее решать вопросы. И сейчас за это время они обучают этого человека, чтобы она была подготовлена и могла начать работать после Нового года по полной программе. И вот опять здесь есть данные о том, что презентация будет переведена до конца недели. И также, что мы начинаем специализированный курс по обучению людей от компании, как использовать Amazon, Google и eBay, то есть эта группа людей будет обучена напрямую самой компанией, и мы сможем эти знания потом передать нашим партнерам, чтобы они также двигались в этой системе. Вообще все это очень интересно. Окей, Джон, so I basically thank you for this explanation, because people had a lot of questions on this part of our current work. And this is very important to keep people informed, you know, what is going on in the company. I could explain a couple more things in regards to the last point on that bullet, if you like. Yes, yes, please. The last point was the e-commerce business. Он хочет также еще пару вопросов затронуть в этом выступлении и по поводу электронной коммерции. Okay, so Amazon and eBay. To build a successful e-commerce business with Amazon and eBay, if you're international, it requires 10 successful sales and 10 positive comments. And the reason is Amazon and eBay, they don't know who you are. And so this is what we call a vetting, V-E-T-T-I-N-G. It's like a vetting process to separate the people that are serious from not serious. Джон сейчас дает такое интересное данное, что для того, чтобы вы могли торговать на Амазоне и на eBay, эти платформы требуют, чтобы вы сделали 10 успешных продаж, получили порядка... how many comments, positive comments, 10,000 or 10? No, just 10. И он говорит, что на этих площадках вы должны получить 10 позитивных отзывов. Для чего это сделано? Для того, чтобы отсортировать людей, которые серьезно настроены заниматься бизнесом на Амазоне, на eBay. Вот тех людей, которые несерьезны. And they also make our international members and the USA members, it doesn't matter whether you're from America or not, you have to wait 90 days to have the full access of eBay and Amazon. So there's a 90-day testing period. Whether you're from America or whether you're from outside of America. И происходит такая интересная вещь, что Amazon и eBay делают 90 дней тестовый режим, тестовый доступ к этим платформам, не полный доступ.
То есть 90 дней вымораживают, грубо так сказать, людей в тестовом режиме. И это не имеет значения, находитесь вы в Америке или в других странах. So you can build an e-commerce business, but it's going to be much easier after that 90-day period has passed. И он говорит, что вы можете построить бизнес в электронной коммерции, но вам гораздо будет это легче, когда пройдет этот период 90 дней тестовый. So all of our members that are making $5,000 a month, or $10,000, or $20,000, or $30,000, or $50,000 a month, they've all worked through that 90-day period, and now they have the complete access to all the features of Amazon and eBay. И те люди, которые зарабатывают 5, 10, 15, 25, 30 и больше тысяч долларов в месяц в электронной коммерции с нами, это люди, которые прошли период вот этих 90 дней. То есть они прошли период верификации компании Amazon и eBay, через 90 дней они получили полный доступ. Now Google also has a shopping network called Bonanza. It's called the Google Home Shopping Network. И у Google тоже есть торговая площадка, которая называется Google Shop Bonanza. And so Google does not have the same 3-month requirement. И у Google нету вот этого периода в 3 месяца вымораживания, ожидания. So the first thing that we're going to do with our international students is teach them how to be successful on Google while we're waiting the 90 days for Amazon and eBay. И то, чему мы будем учить международную команду, это как быть успешным на торговой площадке Google, пока мы ждем, пока Amazon там даст нам полный доступ. So we will teach you all of these things for those of you who want to be in this class in the beginning of January. И это то, чему мы будем обучать вас в этом классе. Среди группы людей, первых людей, кого мы будем обучать в первой неделе после январских каникул. But please remember, the whole time that you're being a student and you're learning, you will still be able to earn from the compensation plan. И также помните, что все то время, пока вы будете обучаться, набираться знаний как студенты, как использовать эти торговые площадки, вы также можете получать комиссии по работе в компенсационном плане. То есть это все работает, вы можете здесь на этом тоже зарабатывать. И еще одна вещь, с которой хотел бы поделиться, и потом он будет замолчать. We've got some platforms that we're going to release in 2016, Alexei, and they're specially designed for international use. It's going to make sharing this business and building this business probably easier than anything they've attempted before. И он хочет сказать, что в 2016 году, в начале 2016 года, они запускают еще специальную площадку, и вообще вся электронная интернет-коммерция, возможно, будет настолько простой, то есть настолько просто, что вы даже не можете представить, что это так можно. I won't say anything more than that, but there are some very exciting things coming. Он хочет оставить это в таком секрете, он говорит, я больше об этом ничего не скажу, но очень прикольные, очень интересные вещи нас всех с вами ожидают. Okay. Okay. Thank you, John. Thank you for your time. It's very valuable for Russians to have this updated information because e-commerce is like very, very great interest to Russian people. Well, I'm very excited to help and to have you on board. And I would like to wish you all a happy holiday, a Merry Christmas. I hope you have fantastic time with your families and get ready to work hard in the coming year. Он также всем желает хороших новогодних праздников. Он очень рад, что наша команда очень быстро растет. Он же искренне желает каждому человеку в нашем бизнесе огромного успеха. И мы с вами будем продолжать работать. И мы еще будем проводить встречи, то есть, потому что у нас много что хорошего ожидает впереди. Thank you, John. Thank you for your time. I appreciate it. And so I will collect questions from people. We'll start keeping working. And if we have more questions, we will make another broadcast. So yeah, next hangout, we can answer those questions. Thank you, John. Thank you for your time. Be wonderful the rest of the day. Thanks, Ro. You as well. Bye for now. Bye, everyone.
Ребят, спасибо большое, что вы прослушали это мероприятие. Нас на самом деле здесь сейчас в интернете порядка 500 человек смотрят. Это очень интересно. Людям на самом деле интересна торговая площадка Amazon, eBay. Как вообще к этому подключиться, начать торговать. И у нас здесь очень много вариантов, которые перед нами открываются. Я хотел бы также вам напомнить, что 15 января у нас запланирована дата, когда мы запускаем бизнес на полную катушку. Сейчас идет предварительный старт. Сейчас люди, которые первые регистрируются, первые сформируют команду, вы находитесь, как бы сказать, на первых рубежах. Поэтому мы сейчас все это изучаем, проясняем, набираем знания, чтобы мы в 2016 году выступили в полной готовности. Значит, мы сейчас переводим все материалы, все видео, все будет переведено, так что мы сможем обучить наших людей качественно всем процессам. И сейчас вы можете уже формировать команду, приглашайте людей, то есть компенсационный план работает, компания начала свою работу, и каждый день вы видите в бэк-офисе какие-то происходят обновления. Хорошо, если будут вопросы, ребят, пишите мне в чат, в Skype, я соберу эти вопросы, и мы сможем опять сделать следующий такой же бродкаст, например, там с Кеном или с Джоном, или еще с руководителем, для того, чтобы прояснить все вопросы, которые у нас существуют, чтобы мы построили на самом деле большой успешный бизнес. Хорошо, ребята, спасибо вам за внимание, всего вам доброго. С вами был Фомин Алексей, Флорида, Соединенные Штаты. Электронная коммерция, ребят. Успех!